сейчас вот найдете. А он все началось вот с того, брились вот моду, по стихиям мира, не по Христу. А это блуд, в этом каяться тебе надо на исповеди. Каялся ты на исповеди, говорил. Что бреешь? Что блудишь. Блудишь, да. Каялся. И продолжаешь блудить дальше. Продолжаю. Да? И дальше продолжаешь, и будешь продолжать, потому что нету страха Божьего. Истинного страха Божьего, истинной веры. Соломон, это в Библии написано, Соломона, притча 1:7, он говорит, начало мудрости — страх Господень. То есть страх Божий тебя будет от греха удержим. А это надо считать. У тебя веры нету, что вот за этот грех тебя будет. Вот, брат. Только взрослым предлагай. Взрослым предложи. А по взрослым только. Все, с Богом. Там зайдешь, у нас все это. На ютубе канал, все ролики стоят. А где ваша церковь? У нас на Ползуновом. У нас община православная. Не просто приход зашел, пришел, вышел, а именно община. Ну там ты все увидишь, у нас все в видеороликах есть. Дальше пошли. Пустите детей приходить ко мне. Да, аминь. Вот они. Это более интересно, это понятно. Подойди, говорит, там толпа, вот она толпа. Один человек только взял. Слава Богу здесь. Парень пошел, говорит, что это, зачем это? Схватил и пошел. Вот такие мы и есть. Уже не выбросим. Вы не сектор? Сектор. Решен. Каюсь. Русский перевод.